При этом мире мы живем арендами. Когда аренда заканчивается, тебя выгоняют от этого мира. Голи приходим в этот мир, голи уходим от этого мира. Собственность – это только человека имя. Кто ты? Не имею в виду должность или композитор или что-то, имею в виду, какой ты человек. Может, селение такой, житель, хороший человек, имя. Не забывай, твой собственность, это твое имя. То, что остается, никто не может брать от тебя. Это собой родили, собой. А человека нету, но имя остается. Вот это собственность. И да. Говорят, это его дом. Вот другой человек живет, но говорят, это его дом. Да, да. Бог смотрит, ты что сделаешь? Он закроет глаза, но память остается.